На нашем канале начинается новый четвертый сезон японских каникул. Это совместный проект телеканала «Губерния» и Национального агентства по туризму Японии. 2020 год закрыл границы между странами, но проект все равно состоялся, хоть и в несколько ином формате. В этот раз съемочная группа посетила северо-восточный регион страны – Тохоку. Цикл программ посвящен префектуре Фукусима. И это направление выбрано не случайно. Границы закрыты, но японские каникулы продолжаются. Съемочной группе «Губернии» пришлось остаться дома. Зато роль ведущего в этот раз примерил на себя наш постоянный гид, проводник, переводчик Денис Морозов. И впервые взял в руки микрофон «Губернии». Дословный смысл слова «Фукусима» означает «благодатный остров». Ровно 10 лет назад здесь произошла трагедия, которая в считанные часы изменила облик одного из самых красивых уголков Японии. Сегодня мы узнаем, как возрождался благодатный край и чем живет префектура Фукусима сейчас. Вот почему четвертый сезон японские каникулы провели здесь, в префектуре Фукусима. Несмотря на разрушительные последствия землетрясения, регион оживает. Восстановлено бесперебойное железнодорожное сообщение с Токио. Открыт музей памяти, куда сегодня едут со всей Японии. Наш музей, посвященный землетрясению, открылся в сентябре, а здесь уже больше 30 тысяч человек побывало. Люди приезжают издалека, даже из Фукуоки. Фукусима ждет и гостей из-за рубежа. Древний город Айдзу прославили белые тигры, последние самураи. Здесь до сих пор чтят их кодекс и традиции, например, застольные. Гречневая лапша соба – одно из самых популярных блюд Японии. Обычно его едят палочками. Не умеете пользоваться палочками? Не проблема. Здесь лапшу едят, наматывая на лук. Им же и закусывают. Япония – родина дрифта. Именно в Фукусиме появился первый и до сих пор самый популярный автодром Эбису. Здесь гонщиком станет любой новичок, если, конечно, смелости хватит. Любителям отдыха медитативного Фукусима предложит свою уникальную природу. Например, разноцветные озера Бандай. Аонума означает «лазурное болото». Оно действительно переливается десятками различных оттенков. И это такая красота, которую словами не передать. Трудно поверить, но в Фукусиме даже есть свои Гавайи с пальмами, белыми пляжами и обязательным танцем хула. Правда, в отдельно взятом отеле. И это далеко не весь перечень мест в Фукусиме, побывать в которых мечтают любители путешествий и приключений. Фукусима – это место, где рождается и живет мечта. Мечта о семейном счастье, мечта о развитии бизнеса. Мечта просто о том, чтобы попить чай в кругу друзей, наслаждаясь горами или океаном. Благодатный край снова рад гостям. Уровень радушия и теплоты здесь просто зашкаливает. Фукусима готова встречать, радовать и удивлять. Добро пожаловать в Фукусиму! Мария Навродская, Денис Морозов, Иноуэ Масаки, телеканал «Губерния».